drop zone. Тогда я буду сильной женщиной, хорошо? Сильной? Вот, вот да. Теперь, вот теперь все идеально. Погнали тогда. Все достали своей подожди, Денис что, должен выбрать тогда белого мужчину. Жми, ее. Я могу себя заблокировать. У меня заблокированы все белые мужчины. У меня осталось только женщины. Я буду женщина-азиатка. Все, отлично, поехали. А, стоп, ты уже стал все. Стоп. Все, я пошел обратно, извините. Да нормально. И я думаю, что... Мы все будем лесбиянками. Или геями. Так, подождите, тут одни мужчины. Все, а команда, почему как это женщина у нас? Блин, хорошо, я мужчина азиатом буду, хорошо. Команда. Команда. Команда Т, команда. Однажды Т. С ним все-таки начнется, я вам так скажу. Как минимум Хрущев может попасться. Вообще ты не будешь рад. Ой, что тихо, это? Тихо, это граната! Подожди, я хочу посмотреть повтор. Она подо мной реально была? Да. Так, секунду. Подожди. А, она... А, ясно. Да, стример горе в семье, так и говорят. Ну, так и есть. Вот это уже было обидно, да? Собственно, о, что там только не говорят. Лучше дочь проститутка, чем сын стример там. Факт. Такого но, я еще не слышал. С другой стороны, Саров примерно идентичен. Опа. Так, тут уже налоговые отчетности пошли. Похожей схеме, в общем-то. Я заранее все запускал. Ага. Ну я тоже запускал. А у меня работало все заранее. Хорошо, по той аналогии, Денис. А как часто ты стримируешь эти 5 лет? Эти 5 лет, ты знаешь, первые 3 года 2 раза в неделю, сейчас 5 раз. Угу. Ну то есть да. 1 раз в день в среднем получается, да? С учетом выходных. Ого, это много. А ты любишь постримить? А ты активный стример. Да, и зарабатываю как проститутка. Заметь. В общем-то, да. В каком районе, кстати? Он на крыше. А вот он, вон слева! Ребята, убейте его, убейте, убейте! Убейте его, убейте! Что с ним не так? Поднимите, поднимите, пожалуйста! Мужики, нет, сзади! Кто-то вышел! Тоби! Че, серьезно, всех? Он всех убил, да? Я вообще думал, что это труп! Вот же подонок! Прикинулся мертвым! Жесть! Просто жесть. Это нормально, то есть это привычно, все, все, расслабьтесь. О, господи, давай бизовки добивай. Вот отстой. Вот это отыгрыш, понимаете? Давай иди, Стас, сделай. Стас, спаси. Стас, я истекаю кровью. Поднимай, ужал. Я же любил ее. Мы насосались, Стас. Я отсосу яд. Я отсосал яд. Это был не яд. Их трое, мой датчик показывает, что их тут трое. Там бежим. Стой. Ой, они уже там толпой бегают. И надо бежать и паниковать, я думаю. Сломал. Да что? Так. Ага. Так, мы потеряли бойца. Мы глухие, но какая разница? Что это было? Что это было за звук вообще? Блин, на кого бы переключиться на спектейте? Так. Денчик, сделай это. Кто-то стреляет. Подберите меня, гайз! Ты его спас! Боже, я так счастлив! Я считаю, что этот стрим уже удался, потому что... Ну, в общем-то, вот... Вообще не отравлен. Моральный такой, типа, психологический топ-1. Теперь осталось собраться и взять топ-1 в игре. Что? Блэка мы не заберем, да? Давай, Артур, беги. Сейчас все будет. Убербейсовский уже в пути.
Как есть Uber Black, а я Uber Base. Давай. Ой, нет! О, я сейчас так и сделаю, давай, подлетай. Сейчас давай. Будем пробовать, подлетаю. Так, подожди. Так, сейчас, подожди. Давай ты не будешь еще раз залезать. Ну ладно, хотя... Сейчас, я уже все делаю, я поднимаюсь, все. Ракета! Выпрыгиваем! Что-то произошло, пока я... Нам сломали вертолет, да. Чувака хотя бы. Давай, садись на него резко. Да на него... Я и хочу... Вот, да, вот сейчас, да, давай! Сука! Блэк, давай! Произошло! Блэк, подними меня, пожалуйста. Это... Я не могу объяснить, что происходит, честно говоря. Садитесь в грузовик и стрижите. Не будет ничего лучше, я скажу так. Поехали, чуваки. Я сделал, что мог. Ты за руль. Да. Ты в смысле... Давай. Зона сейчас всех... Поехали! Ну, да ёб твою мать, у меня жизни-то нет! Ты там как? Я жив, все хорошо. Если озабочен, я скоро отдам концы. Я думаю, тебе нужна аптечка, я могу тебе одну принести. Но только... А, нет, я тебе бинтов могу скинуть. Я думаю, ты не успеешь добежать до меня. Не-не-не, я успею. Жопа! Никакой жопы! Сомкнуть жопу, ряды! Все нормально. Полушарие. Сам себя веселит. Да мне весело, ну, типа. Ваншот на килл еще один. У тебя тут влажно как-то. Ну, немножко сыровато, да, ну что делать. Я просто рад вас видеть. Для некоторых это даже в плюс. Чуваки на 15. Чувак, точнее, один. Да, но да. Мы внизу. Второго все на 300. 15? Вы меня слышите, нет? Да, слышим, но... Они по норкам лазят. Слышим, но нам неинтересно. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, по жопе получил, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Где ты получаешь, подожди. Я бегаю и получаю. Ага. О, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. MLG Gamepad Gaming. Вот так это работает. А как они нас... Ша, ты-то что здесь делаешь? Ай, зашакали его. Чекур Каунс за Стасом. О, это микрорайончик в Риге. Это Чекур Каунс, да. Если переводить дословно, то это Шишкогора. Шишкогора, как бы вот так. Да, звучит. Ну, Шишечная гора, можно сказать, да. Прикольно, то есть. Наркоманам точно нравится это. Ну, смотря какой... Как везде, да? Да. Шишечная гора, чё не... Братишка, ты где? Я на шишке. Да, смешно. Шишку набил, сидя на шишке. Где бы не были? Стройплощадка. Кто-то стреляет. Стас, прикрывай. Легко. Это мы в центр зоны летим. Вот на крышу где-нибудь стопорнись и будем это... Давай, и там просто ляжем и все. Ой. О! Спасибо. Есть проблема. Я бегу. Я секунду не успела выпрыгнуть. Ну. Блин, как же вы далеко. А мы разобьемся, если спрыгнем, понимаешь? Давайте. Разбитое стекло. Давайте. Так, кто первый прыгнет, тот вообще, короче, красавец. Так, я еще жив. Так, блять, как вы живы-то вообще? Вы что-то очень быстро умираете, вы что-то очень... Вы просто упали в мотиве. А зачем, как вы еще раз упали, вы уже полумертвы? Да все нормально, ты живи за нас, главное, окей?